Белила, возьмешь розовый цвет заката, немножко, совсем немножко желтого к розовому, избавишься от белого. Здесь это маловато, а вы сказали, да. Белый? Полностью избавишься от белого. Чтобы мастихину было что придавить. Плюс желтенький, плюс белица. Количество краски должно быть таким, чтобы когда ты мастихином сделаешь вот так, появлялся излишек вещества. Угу. Хорошо? Давай так. Нанести, а потом мастихином. Вот так совершить, как я совершил. Смотри, как комбайн в поле. Удавливаешь, и появляется излишек. Вилкой. Немножко желтого, такой грязноватый, зеленоватый цвет. Линия середины, линия горизонта ниже середины, пока очень приблизительно заложен. Потом к этой линии середине будем вот так прям подходить и уточнять, то есть поднимать немножко краску, которая у нас заложено, и уточнять линию середины, подгонять ее, вернее, линию горизонта, подгонять ее на то место, на котором она и должна быть. То есть это у нас приблизительный цвет воды, в котором будет и вот такое звучание, когда больше желтого и коричневого. Есть там, да, такое звучание? Это будет зелень, которая между белым. Она будет более с бирюзой, с желтотой. То есть она как бы немножко освещена солнцем. И тоже глянец укладки. Глянец укладки. Глянец – это состояние воды. Согласна? Да. Вот оно, состояние воды. Как только мы на этот глянец начнем укладывать белила, освещенные солнцем, то есть с оранжевизной, у нас сразу начнет появляться. Причем белила будем творожисто укладывать, у нас сразу начнут появляться пены и состояние пены. Пена, она как бы лежит на поверхности воды. Поэтому в промежутках между пенами будет вот это зеленца, а снаружи будет пена на зеленце. И ты ее накидаешь. Темненько накидаешь, голубой, коричневый опять. Ну, я понимаю, что трудно запомнить сразу все цветики. Но их, в принципе, немного. Просто разные меры в разных случаях. Голубой, коричневый даст темность волны. Причем ее ты дашь уже по траектории поднятия. Есть там такое, да? Да. Здесь она опрокидывается, ты показываешь траекторию опрокидывания. Здесь она поднимается, здесь она поднимается и так далее. Белый пока нам не нужен, я его снял. И ты разрабатываешь это. Потом и в небо зайдем. Волны сразу как-то отметились. Можно по макушкам отделить их вот таким образом. Мало того, смотри, туда на следующую волну пошло вот такое движение. Есть там такое? Да. Смотри, прямо вот такое. От этой стены туда. Угу. Дальше продолжается эта история. Уже по следующей волне. Прикольно? Да. Сразу плоскость одна отделилась от другой. Да.
Здесь у нас падательно. И глянцево, да? Смотри. Глянцево и падательно. Так, больше. Ага, вот там еще чуть-чуть падает. Здесь нарочито покажем вот это движение. Вот это движение. Смотри, как я разбираю крупными кусками на плоскости, на наклоны. Под каменюки чуть-чуть расчистим территорию. Обычно неопытный рисует камни коричневые. Берет чистый коричневый, рисует камни. Это опыт. Вот. Ты начнешь камни рисовать сиреневого цвета. Хотя они очевидно зеленят. Хотя бы для того, чтобы раз и навсегда запомнить эту странность. Солнечный день, а здесь признаки солнечного дня есть. Тень синит и сиреневит. Поэтому мы начали камни рисовать с сиреневого цвета. Теперь дополняем это коричневым цветом. Но только дополняем. Не переписываем, а дополняем. Не только объем, появился какой-то такой более загадочный, более интересный цвет, правда? Да. Был, если был бы коричневый, был бы простецкий, а так сразу сложнецкий. Этот же цвет в разбеле, то есть эти три цвета в разбеле, и мы получаем освещенную часть. Но освещенная часть несколько оранжевит. Поэтому мы прибавляем к ней оранжевый, а он зеленится из-за того, что попадает в среду. В среду синих. Есть такое, да? Уже вкусно в цвете, да? Камни обладают таким свойством отражаться в воде. Даже если на картинке, на фотографии или еще где-то, у тебя камни не отражаются в воде, не играй с ними в эту игру, а играй, как будто бы они отражаются в воде. Тогда они будут в среде. Все камни не перечисляй, потому что с ума сойдешь. Нет, все, не надо. Значит, долепишь свет тень на камнях, подразумевая вот эти решения. И потом белила с легкими оранжевилами очертят своим прибоем, вот эта пена своим прибоем очертит. Видишь, я постоянно вытираю мастихин в тряпку. Отчертит и дать ясность того, что происходит.
заслоненное отражение, смотри, и они прямо правдивенько так садятся на плоскость воды. Это как бы принцип. Это может быть сложнее, упрощеннее, но принцип написания подобных вещей таков. То есть это цвет воды, глянец цвета, а это цвет пены. Чуть-чуть разного они цветика. И каменюки своими теневыми заслоняют. Ладно? С пеной потом пообщаемся. Там, где пена. Ой, иди сюда, ты там пеной пишешь. Иди сюда, скорее. Нет, пена пишет. Разговорчивая, иди сюда. Смотри. Вот наши лоскутки пены. Подбриваем. Берем легкую сильную линочку. Количество краски малое. На сбритое, мы же сбрили сначала, вот укладываем вот такие малые меры вещества. Дымчато. Именно дымчатость дает хороший эффект пены. Плюс кардиограммка укладки дает эффект падательности. Правда? Будут появляться какие-то собственные рельефы. И хорошие рельефы смело оставляем. Там, где рельеф еще недостаточно хорош, еще потрогать. Мера вещества обязательно маленькая. Маленькая мера. После этого берем наш белый, которым мы отсекали. То есть я шел с запасом. Потом отсек, чуть-чуть тенечки добавил, и уже нормальный чичек. Так, снова пеночка, большой кусок, с большим полегче всегда. Опять же, сининка, розовинка. Ну, не сделай розовый цвет, но сделай все-таки сиреневый. Наступательный, падательный характер пены. Здесь тоже. Иногда можно класть вдоль, потом пустым мастихином делать. Логично, да? Тоже прикольный звучечек произошел. По теневой части пены, в тени, ты видишь, она синит, кладем поверху световую часть пены. И умоделируем. Красивенько? Да. Так. Часть пены находится вот в такой траектории. Пены вот эти места.
ищет и в такой траектории. Где-то на них свет валяется тоже туда, вот по траектории. Вот эту белизну съедим, нечего из них делать. Вот эту белизну съедим. И у нас вернулся вот этот отрез. Пеночку можно чуть-чуть, в том числе и вот так додавить. Угу. Так, где ж тебе дать пену порисовать? Непонятно. Или не давать? Ну ладно, хорошо. Вот здесь сделаешь. А заодно, поскольку добралась до этого цвета, который у нас в пене, возьмешь и начнешь укладывать вот эту теневую. К самому краю не подходи, чуть-чуть отступай. Уложи, уложи. Мутненько так, дымчато. Ладно? Еще сейчас, подожди. Тряпочка есть чистая у тебя тут? Нету. Такая нет, есть. Ага, хорошо. Чуть-чуть с желтятинкой, то есть цвет такой желтка. Возьмешь. И заложишь его сюда. Удавливая для сиятельности. Удавленная краска лежит сиятельно. Согласна? Так, а источник света у нас там где-то из-за формата. Можно к источнику света чуть-чуть подсунуть белых звучиков. Вот, а потом той кистью. А, можно взять другую кисть, смотри, помельче. И розовенькими, а потом и синенькими облачочечками. Заслонить чуть-чуть. Вот так штрихом лежачей кистью к холсту. Заслонить чуть-чуть. Ладно? Да. Давай так. Я бы туда очень туда продолжаю, да? Туда вот как раз не надо. Это вот эпицентр света здесь. Ты можешь сюда более разбеленный чуть-чуть загнать. А потом на краях пальцем распределить. Хорошо. Потише там, да? Не такое агрессивное, как ты его подсунула. Такое туманного толка.
Можно пустой кистью, если... Вот так, пройдясь по именно пустой кисти. Угу. Смотри, одно вписалось в другое. Да. Все, тишина. Никаких. Вот там, вот там, прямо вписалось. Общее направление, ты видишь, облаков, вот такое. То есть показывающее направление ветра, да? То есть есть состояние. Погода есть. Так, и чтобы там какой-то движ был, чуть-чуть можно загнать туда. Загнать туда вещество по лодочной траектории. Лодочная траектория, и вот туда загнать вещество, чтобы это была не просто полоса, а содержательная. Тоже, когда такое мелкое уже содержание, то можно взять кисть. То есть мы пожестикулировали, а теперь кистью немножечко. Да. То есть для мелких, конечно, мастихиновые вещи затруднительные, но ты хотя бы их попробовала. Пробовала. А я, чтобы ускорить процесс, уже буду. Хорошо. Thank you.
ступенями спускается вода. Такой шикарный. Какие пируэтики. Я выезжаю где-нибудь на 12 еще. Но сейчас устала ужасно, да? Кому денежку отдавать? Сейчас. Не уйти. Давай, если что-нибудь найдешь, еще самое, Саша.